Всем привет, ребята! Меня зовут Элина, и, как я вам и обещала, сегодня у нас понедельник, и я записываю начало своего курса «Подготовка к ЗНО на карантине». Очень интересная ситуация. В лучшем случае мы напишем ЗНО с вами в конце июня, в худшем — в конце августа. Я, конечно, буду рассчитывать на позитивный сценарий. Это конец июня, но, тем не менее, у нас с вами есть еще 3 месяца на качественную подготовку к этому экзамену. И у нас все получится, потому что этого времени вообще достаточно для того, чтобы подготовиться и улучшить свои результаты существенно. Я, как человек, который в прошлом году сдавал ЗНО, который готовился и который не особо знал, как оно будет выглядеть, и у меня не было у кого спросить, я допустила несколько ошибок, несущественных все-таки, но допустила, и я не знала, на чем лучше акцентировать свое внимание. Сейчас у вас ситуация получше. Если вы нашли меня, я вам расскажу все. Я вам расскажу, на чем лучше заострить свое внимание, что лучше не делать, что лучше вот как раз-таки делать и делать и делать. И давайте я вам сейчас скажу о своих методах подготовки, которые я буду использовать. Во-первых, это практика во всем. В грамматике не тупо учить правила, это просто практиковаться на заданиях и анализировать свои ошибки. Не просто пробегать, потому что у нас с вами есть 2 часа, вы заплатили мне за 2 часа, и все. Я понимаю репетиторов, у них время, у них деньги, но ваша цель — это результат, понимаете? Это где-то 5 минут пересидеть и переобъяснить, где-то еще пройти один раз эту тему, потому что у каждого свое слабое место. Соответственно, мы будем акцентировать внимание на проработке и как раз-таки на анализе наших ошибок по грамматике. Также очень важно это сами тесты ЗНО предыдущих годов, потому что там вы найдете такую ценную информацию, казалось бы. Эти тесты находятся в открытом доступе на официальной страничке ZNO-Svita.ua. Я, кстати, ссылочку оставлю в описании, и те, кто хотят, они туда заходят и прорабатывают. Это не очень удобно делать на сайте, потому что там свои нюансы. Я думаю, если вы прорабатывали на этом сайте, вы знаете, какие там нюансы. Но те, кто это делает, они действительно получают намного лучший результат, чем те, кто ленятся, те, кто говорят, что мне неудобно, те, кто говорят, мне и так достаточно. Репетитор особо дает мне свои тесты. Да, это тоже хорошо, но прорабатывать как раз-таки вот эту вот, знаете, характер вот этих вот тестов, это понимать, вы это поймете, только проработая эти тесты. Поэтому мы с вами проработаем все тесты. Я все распределила по временному промежутку, и мы с вами вложимся в эти 3 месяца. У нас даже будет не супер такой, знаете, сильный режим, будет такой достаточный режим, учитывая то, что вы еще готовитесь к каким-то другим предметам. А сегодня для начала я зашла на официальный сайт, ссылочку на который вы можете найти в описании, и переформатировала вот этот вот ЗНО под такой вот текстовый документ. Именно в таком виде вы получите это ЗНО, именно так оно будет выглядеть. Сейчас я вам его покажу. Здесь у меня пусто, но у вас тут будет вся официальная информация, ЗНО 2020, ваше имя, номер вашего бланка, то есть это будет ваш черновик, который вы получите. И мы давайте уже наконец-то откроем. Тут у нас будет первое задание. Как вы видите, сначала будут идти картинки, потом будет идти 3 теста для слушания, потом у вас true or false, дальше здесь multiple choice будет задание, которое вот такое посложнее. Дальше у нас идет reading. Вот так будут вот эти вот расположены все текстики. Я думаю, если вы прорабатывали ЗНО сайта, вы видели, что там это делать не так удобно, как вот здесь. Тут будет огромный вот этот вот наш текст, тут варианты ответа. Дальше тут еще текстики маленькие, где вы должны выбирать под них какие-то информацию. Дальше тут у нас идет вот это вот задание, где мы должны вставлять вставки в текст. И наше с вами ненавистное use of English, которое я ненавижу. Но оно, к сожалению, тоже будет. Это лексическая часть, как вы можете видеть. Тут у нас таблица у вас такая будет. И вот у вас грамматическая часть. И вот сочинение у вас будет тут написано. То есть вот в таком виде вы получите ваше ЗНО в этом году. Конечно, задания будут другие, потому что это прошлогодний вариант. Но, тем не менее, я думаю, посмотреть на то, как вообще будет выглядеть сам тест,
очень интересно. Зачем я это все-таки распечатала? Во-первых, для того, чтобы вам показать. Во-вторых, сейчас я сяду и начну писать этот тест. Поставлю таймер и засеку, за сколько времени я напишу этот тест. Потому что, прорабатывая на сайте, много времени идет для того, чтобы переключаться между заданиями. Если вы когда-нибудь прорабатывали, вы, наверное, понимаете. Поскольку у меня текстовый документ, я вот сейчас сяду, закроюсь в комнате и буду прорабатывать все ЗНО с listening, с writing, напишу сочинение, потом к вам опять вернусь и скажу, сколько я допустила ошибок и какое у меня сочинение получилось. Поэтому ждите, а я буду начинать. Пожелайте мне удачи. Что ж, ребята, я закончила, ура, у меня даже нет сил сейчас даже говорить. Вот такое у вас будет чувство после того, как вы напишете ЗНО. Я написала listening часть, написала reading и еще и writing даже написала. Я не переписывала, я так чисто на черновик накатала, но, ребята, для того, я с собой, честно говоря, довольна. И у меня это заняло 1:20 времени без listening. То есть для части reading плюс writing меня заняло 1:20. Я засекала на телефоне и вам советую, для того, чтобы вы привыкали к тому, что у вас будет полный контакт со временем, потому что когда вы пройдете часть listening, потому что listening не засекается из-за того, что один компьютер может сразу же дать вам все хорошо, другой может вырубиться, то есть могут быть какие-то технические проблемы, поэтому listening не засекается. А вот как раз-таки, когда вы заканчиваете listening, начинается reading, и вам уже начинает засекать время, 2 часа вам засекают. То есть я управилась, в принципе, в 1:20, в итоге я не переносила результаты, и я не переписывала сочинение. В прошлом году я сочинение писала сразу, потому что я боялась, что я не успею. Итак, кому интересны мои ошибки, ребята? Значит так, я тут себе уже все выписала. В части listening я допустила 3 ошибки. В последнем задании 3 multiple choice. Это самое сложное задание на listening, потому что вы должны сразу все прочитать и как-то быстро ориентироваться. Дальше reading. В первом задании, казалось бы, самым легкому, я сделала 1 ошибку. Правда, там очень легко попасть. Именно поэтому я говорю, нужно прорабатывать тесты, чтобы привыкать к этой структуре. Дальше, в 6-м задании, это задание там, где у вас опять текстики, и вам нужно совмещать с какой-то информацией об этих текстиках. Я допустила целых 2 ошибки, потому что я перепутала, и оно мне съехало. И в части грамматической, use of English, это последнее, 9-е задание, я допустила 1 ошибку, то есть меня подловили удачно, и я попалась. Именно поэтому я вам говорю, что нужно учить грамматику и нужно прорабатывать тесты ЗНО. Во-первых, для того, чтобы практиковаться и понимать саму структуру, а во-вторых, для того, чтобы развивать, знаете, вот этот вот навык теста ЗНО, что вы садитесь, вы это делаете, вам не сложно 2,5 часа просидеть на одном месте и писать, и вот это вот успокоиться и не обращать внимания ни на что. Именно поэтому я делаю этот курс, именно поэтому я рассказываю о всех своих советах для того, чтобы вы, мои дорогие, хорошо написали ЗНО в этом году. Что ж, на этом у нас все. Следующее видео у нас уже будет образовательного характера, я вам расскажу грамматическую какую-то тему, я еще подумаю, какую, поэтому подписывайтесь на канал, если вы хотите взять этот тест в таком формате, как у меня, переходите на мою группу в Фейсбуке, ссылка на которую в описании, подписывайтесь, потому что там будет выходить очень полезные публикации, и ждите следующего видео, до скорого! Ух!